Дополнительный корпус школы номер 40 в столице Камчатки сдадут к концу этого года. На сегодняшний день в здании завершили почти все виды работ. Ранее на объекте побывал губернатор края Владимир Солодов и выявил ряд замечаний. Все они были устранены. В рамках национального проекта по поручению президента Российской Федерации продолжается строительство корпуса 40-й школы. На текущий момент техническая готовность порядка 80%. Ведутся внутренние отделочные работы, работы по благоустройству внешних площадок, по устройству МАФов. В целом школа находится в графике. Я уверен, что в декабре текущего года мы получим заключение о соответствии и соответствующие проверки. Отметим, появление дополнительного трехэтажного корпуса позволит ребятам из 40-й школы учиться одновременно в одну смену. Здание рассчитано на 500 человек. В нем разместятся 2 спортивных и 1 актовый зал, столовая, санузлы и рекреации, а также медкабинеты. Строительство нового корпуса ведется в рамках национального проекта «Образование».